что? Где гуси-то? Где? Где? Вот так с кратки охотимся. Ветер сюда дует, ко мне. Окей. Вот так мы ждали гусей оттуда. Ну и заходили они хорошо все против ветра почти, да? Один табунок пошел сзади. Ага. Не, начнем так. Сегодня воскресенье. Вчера мы проехали и на этом поле увидели и белых, и темных гусей. Ну, как известно, жадность фраера губит. Решили мы поохотиться на тех и на других. Нам немножко повезло, что ветерок был ночью, что облегчило задачу. Мы приехали, расставили подсадных с учетом ветра. И потом небо было затянуто немножко, что тоже солнце не светило сильно. Было хорошо. Расставили мы темных в одном месте, я лег среди темных, а там позади расставили белых. Поле легло среди белых. Ну так, надежды оправдались немножко. Утром пришла огромная масса гусей и начали падать там где-то за бугром. Оля побежала, их спугнула, они начали крутиться здесь. И самые глупые мелкие гуси роса начали нарезать круги и пошли на посадку. Одного я прозевал, он уже расставил лапы прямо на меня. В упор же не будешь стрелять. Я его пропустил, он сел в подсадных. И, короче, я вскочил потом, и в подсадных сидело что-то 5 гусей. Я 3 выбил. Они взлетели, конечно. Ну и так, когда пролетали тоже, я 3 выбил где-то белых, наверное. Потом один раз косяк гигантов был. Оля их спугнула там. Они обошли сзади и под ветер как повалили. И я в сад стрелял и выбил 2 штуки. Бум-бум, так упали далеко в поле. Даймон принес. Потом приходил одиночка, один белый, так шел классно. Я вот уже раз и выбил. И один одиночка черный как-то пришел, так классно тоже. И выбил. И еще один одиночка был. Какой-то интересный. Из темных гусей, но с таким желтым клювом, да? Тоже я выбил. Хорошо. Испытал патроны новые с троечкой. Супер Магнум Челленджер. Какие-то самые дешевые. Я все взял и смотрю. Дешевые, дешевые. Хорошо, понравились. Так отлично работают. Резкие. Хорошие патрончики. В то же время мягкие, отличные, веселые. Расставили мы, сколько, 3 сумки было, да, или 4? Стёпные. 4, наверное. Ну, птица стреляная уже и привередничает. Да, все привередничают. Да, там крутились. 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Мы флагом размахивали. Теперь лёд кончился, начнем собираться. Наши патроны на всякий случай, если придется обороняться. Угу. Так, соберем быстро гусей, да? Да. Вот это вот 2 гиганта. Живые. Один молодой был из гигантов, наверное, а один старый. Темный гусь. Одиночка приходил. Динамит, пойдем собирать гусей. Хороший урожай. Вроде всех собрал. Вот этот темный, такой интересный. Видишь, нос у него желтенький, клюв. Ну, без белой бороды. Ага. Лапки желтые. Yeah.
Так, а вот это гуси роса. Ливень. Так. Вот которые вот так с черным клювиком, по-моему. И вот с таким серым оперением. Да-да. Их называют juvenile. Они с этого года молодые, видимо. Это сразу на охоте видно. Вот они мелкие. Они поглупее, да, еще не стреляные, первый год, только молодая птица. И они падают к вашим подсадным. Между прочим, было прикольно, которые сели в подсадных, они не хотели взлетать, упорно не хотели взлетать. Я встал, пошел, а они гуляют, отходят от меня, но не взлетают. Потому что они чувствуют комфортно так среди сородичей. И думают, раз вся стая не взлетает, то им не нужно взлетать. Вот такие вот белые гусики. Слушай, а может не это, не, наверное, это просто, ну тут из белых гусей juvenile, а это просто гуси роса. Да-да. Вот характерно, какой коротенький клювик, у них какая изящная головка, да? Ага. Вот такие вот они, в отличие от этих. Эти уже мощные, да, такой клюв. Ну, тоже молодая птица. Ага. Сколько у нас белых? 7 штук. И 4 темных. Пойдет, хорошая охота. Понравился одиночек, хорошо они падали. Только одного я пропустил одиночку. Он так шел хорошо, плохо. Но я уже оборзел, так и рано раскрылся. Просто давай, браток. Угу. Он меня увидел и отвалил. А ветер уже сильный был. Ветра ему сразу отнесло. Ну ладно, все, лед кончился. Солнце поднялось уже высоко, но просто его не видно за облаками. Птица уже не летает, будем собираться. Сегодня выдвигаемся на охоту на лося на север. Нужно будет поспать немножечко, потом собраться, загрузиться. И поедем охотиться на лося. Хорошая получилась охота, здорово. Покажи, как наши пацаны стоят. Вот этих темных мы расставили так под кругом и полукругом, а в центре я лег, чтобы они могли садиться в центр. Так они заходили все. Угу. Ну и тоже так мы их большим пятном, и впереди вот так она легла перед белыми. То есть гуси должны над ней проходить все. Добавили несколько темных и разнообразия среди белых. Хорошая получилась охота, 30 сентября, или 31 даже. Ну, завтра, короче, 1 октября открывается сезон на лося. Спасибо за внимание, до новых встреч. Да. Вы свободны, товарищ динамит.